16 марта в России вводится государственное регулирование цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты. Соответствующий закон подписал Владимир Путин. Документ позволит оперативно реагировать на ситуацию, складывающуюся на фармацевтическом рынке, и сделать лекарства более доступными. Государство будет регулировать цены на препараты, входящие в специальный перечень. В него внесены средства, необходимые для оказания минимальной медицинской помощи, медикаменты, назначаемые врачебными комиссиями, и лекарства для больных, страдающих редкими заболеваниями, такими как гемофилия и рассеянный склероз.